давайте поговорим о людях, которые оставили серьезный след в истории русского государства, о Петре Первом. Вот говорят, что его подменили. Так ли это? Я это очень часто слышу тоже по поводу того, что Петра Первого подменили. Он там приехал из Европы, все поэтому поменял. И жену свою там куда-то отправил. Все из-за того, что его подменили. Нет, на самом деле, конечно, его никто не подменял. А здесь сыграло несколько факторов. Во-первых, он находился совсем в других местах. Да? А то, что его окружало, очень сильно отличалось от того, что было здесь. Наши бородатые мужчины и холеные там. Вот. Он, конечно, хотел где-то, да, когда мы где-то пребываем долго, мы набираемся с этого места. Он хотел это перенести сюда. Это нормально. Это первое. Второе, конечно, за тот период, пока он отсутствовал, он вступил в магическую организацию. Достаточно серьезную, где, да, где на него тоже, ну, конечно, это все подействовало. Подействовало на его мировоззрение, безусловно. На его понимание жизни, на то, с какими людьми он хотел бы общаться, а с кем бы он не хотел общаться в дальнейшем. И пересмотрев свою жизнь, и пересмотрев жизнь в целом страны, да, как правитель на тот момент, он стал это все менять. И это никак не связано с тем, что подменили его. Подменили его внутреннее состояние, но не его как человека. Это, да, произошло. Но сейчас уже, конечно, какими-то домыслами там обросло все, как, ну, как это часто бывает. Но на самом деле это было просто вступление в магическую организацию и новое понимание жизни с его стороны. Так, может быть, она им правила? Это магическая реализация. Ну, с какой-то точки зрения, да. Когда мы куда-то вступаем, мы же не можем думать иначе, чем то место, куда мы вступили. Потому что если организм работает разрозненно, он не будет работать. Естественно, то место, куда мы вступаем, оно несет определенный заряд. И с этим человек уже идет.